Малоизвестный период в истории нашей страны. Как французы, американцы и англичане в начале 20 века пытались отнять у России Сибирь. И кто хочет сделать это сегодня? Все эти проекты так или иначе свою целью ставят отделение от Российской Федерации и создание вот независимых, суверенных государств. Секретная операция под названием «Уничтожить Россию». Почему многие правозащитники рекламируют идею о развале нашей страны? Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.